Всем здравствуйте, рада видеть вас на моем канале «Мода и красота. Стрижка-дебют на короткие волосы». Стрижка-дебют – это многослойная стрижка, обычно с челкой. Челка и обрамление вокруг лица стригутся дугообразно. Волосы на затылке остаются удлиненными. Выполняется глубокая филировка, тщательная проработка каждого локона. Современная версия прически – это рваные срезы и небрежная обработка кончиков. Это придает локонам более естественный вид. Смотрите модную подборку стрижки дебют на короткие волосы. Всем приятного просмотра!